В одном из районов бельгийской столицы продолжается перестрелка спецназа с предполагаемыми террористами, которые имеют отношение к терактам в Париже. Последние укрылись в здании. Находящаяся недалеко от места проведения спецоперации школа заблокирована. Перекрыто движение общественного транспорта. В район перестрелки стянуто около 20 полицейских машин и бронетехника. С места событий передает наш корреспондент в Брюсселе Жанат Эрнст. Спецоперация в брюссельском районе Форы проводится силами французских и бельгийских полицейских, в результате которой трое из них были ранены неизвестными, обстрелявшими их в ходе обысков в одном из домов в этом районе. Один из полицейских, по некоторым данным, находится в тяжелом состоянии. Еще двое доставлены также в ближайшие клиники. Находящаяся рядом с созданным периметром безопасности школа заблокирована, и по некоторым данным в ней до сих пор находятся дети. Жители этого района до сих пор не могут попасть в свои дома, так как спецоперация продолжается. Я плохо говорю по-французски, мы не можем попасть домой. Сына Александра мне отдали со школы, а маленькие дети до сих пор в яслях. Там много полицейских, и мы надеемся на лучшее. Это вся информация на данный час. Мы следим за развитием событий. Жанна Тернест, Жомарт Ахметов, 24 КИЗ, Бельгия, Брюссель.